Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем готовить рыбу с овощами по-провански. И для начала подготовим заправку для рыбы. В миске смешаем 2 столовые ложки оливкового масла, 2 столовые ложки белого сухого вина, добавим зубчик измельченного чеснока, мелко нарезанные маслины, рубленную петрушку, половину чайной ложки горчицы, соль, перец и все хорошенько перемешаем. Форму для запекания застилаем фольгой. На дно выкладываем стручковую фасоль и разрезанные пополам томаты черри. На кожу филе сибаса делаем надрезы для того, чтобы при приготовлении она не поменяла форму. Рыбу выкладываем на овощи и поливаем подготовленной заправкой. Сверху добавим тонко нарезанные кольца красного лука. Накрываем рыбу фольгой и ставим в духовой шкаф при температуре 220 градусов на 15 минут. Готовую рыбу сбрызгиваем оливковым маслом и украшаем зеленью. Блюдо готово. Приятного аппетита! А эти и многие другие свежие продукты вы можете заказать в мобильном приложении «Мой Спар».